Тариф на вывоз мусора может стать меньше, а благоустроенных дворов, чистой воды и газа больше. Планы на год сегодня озвучили на заседании отраслевого совета. Министерство вместе с Министерством природных ресурсов нужно продолжать организацию сбора утилизации батареек и ртутисодержащих ламп, которые необходимо больше вести просветительную работу среди жителей Новосибирской области. Новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами – темы в ЖКХ номер один. В целом, в области система заработала без особых сбоев, констатируют в правительстве. На сегодня эта услуга доступна в 245 населенных пунктах. Тариф – 92 рубля 42 копейки на человека в месяц. Немалую долю из этой суммы занимает НДС. Сейчас на федеральном уровне рассматривают возможность отменить налог для этой услуги. Как отметили на заседании, главная цель – повсеместно добиться раздельного сбора мусора. В течение 3 лет каждую площадку перевести в режим раздельного накопления. Но для этого тоже необходимо провести, во-первых, общественное обсуждение, в каком виде мы это будем делать, какие именно фракции мы будем отбирать, какие контейнеры должны стоять. То есть пласт работы, который необходимо будет провести с общественностью, потом определить технологии и уже приступить к реализации.